Ребята, всем привет, с вами Александр и схваточки выходного дня по традиции записываю в воскресенье. У нас идет турнирчик, возможность в воскресенье у нас будет стримчик, если получится по времени. А сейчас давайте еще зубасти. У нас задание 2 хищника, ну это шаровый должен быть набор, да? Нет, не шаровый. Так. Так, условия 2 хищника, ну а амфибии можно брать? Остапозаурус, Юдонус, два удара даже не так, надо сделать Юдонуса. Остапозаурус и Преатродонус, например. Да, можно взять такую комбинацию, но это не будет легкой прогулкой. Вообще-то два удара он нас вынесет. Ёшкин ты кот! А я его за два удара не могу. Ребята, нехорошо получилось, нехорошо. Он же за 3 меня сейчас тоже вынесет. А, у него 2, слава яйцам. Ладно, там Преатродон справится, небольшая у них разница по ударам. Это хорошо, что гигантозавр как-то послабее. Хотя он должен быть, по мнению одного из BBC-шных каких-то научных фильмов, самым крупным хищником. У него, кстати, 2 пальчика. Так, все могло закончиться печально, ребята. И это прикольная, красивая картиночка. Фух. Условия все тоже. 2 хищника. Этот будет танковать, хотя он тоже не выдерживает даже 2 удара. Потом пойдет Гаргазух. И Индоминус. Защитимся давайте все-таки. В прошлый раз нам повезло, в этот раз не думаю. Вот-вот-вот, я был прав. Но мы выдержим еще разок вот так. И он снова сделал все то же самое. Я вообще сейчас могу и 3 в защиту поставить. Но нет, мы его развели на очки. Так, Карнотаврик. А вы знаете что, карнозавр, есть такое слово, точнее карнозавры. То есть это инфоотряд. То есть это некоторые путают, да, карнотавр, карнозавр. Это разные вещи, но, в общем-то, карнотавр, скорее всего, относится к карнозаврам, потому что все аллозавриды это карнозавры. Вот так вот. Это инфоотряд такой. Карнозавры. И есть такой очень старый фильм «Карнозавр». Операция «Карнозавр», по-моему. Только вот у карнозавра на... карнотавра на 40 уровне, у него роги не в ту сторону торчат. По-моему, они вперед должны быть. Так, давайте возьмем Индоминуса, и пусть он насладится. У нас будет как сцена из фильма «Мир юрского периода», только там Тирекс съел карнотавра, а у нас Индоминус сейчас сожрет карнотавра. Наступит ему на шею. Точнее, укусит за шею и наступит на туловище.
Вот так вот. Родственник вастатозавра погиб. Да, если ты не посмотрел до сих пор видео про вастатозавра, а ну живо на канал найти видео и посмотреть и поставить там лайк. Так, условия все то же. Круто, ребята, круто. Знаете, чем круто? Потому что я всегда рад посражаться с мощными, но далекими по силе в обычном состоянии динозаврами. Ну, тот же спинозавр и тому подобное. И что мы будем делать? Условия у нас все то же, да? Условия у нас все то же. Предлагаю вот так вот сделать. Сразимся на равных, так сказать. Эпичная битва, вот это вот классная штука. Спинозавр против пахигалозавра. Вот, очень мне нравится, как выглядит эта парочка на сцене. Хорошо, давайте немножко полюбуемся, я тут скриншотиков поделаю. Ну вот как так, ну вот, да повернись ты вот... пахигалозавра лицом к спинозавру, а то все затылком да затылком. Ух ты, а что это такое вот за кнопка появилась? Как-то ускорить или авторежим? Ну прямо сейчас я проверять это не хочу. Пробил? Нет, не пробил. А мы, походу, пробили. Но прикольно, мне понравился этот дуэль. Была равная дуэль. Так, у него же вроде не оставалось ничего там. Блин, ну обидно, 300 очков не хватило. Ну, это вообще суперский бой, ребята. Последний бой суперский, мне нравится. Моща такие, смотрите, 5700 сила удара Карнотавра. Круче, чем у Метрия Фадона, он бьет всего лишь на 3, один балл у него остался. Но выходит на арену Едон и сейчас не оставит ему никаких шансов. У нас, кстати, картина повторяется из фильма, теперь у нас Едон загрызет Карнотавра и наступит на него. Вот это, я понимаю, была битва. Это был совсем не шаровый набор, но 2500 генов и легендарный шунозавр вполне того стоили. Так, у нас теперь остается турнир с усилениями. О! Чудесная сделка. Не зря я сюда заглянул. И все, очень мало сделок у нас на этот раз. Так, ну что? Только хищники X2. Ну, здесь легко будет. Вот так вот. Два первых. Да, блин, тут один из них порвет всех, как тузик тряпку. Церазинозавр один. Ну, такое, пусть будет. Тут нам усиление, в принципе, не надо, мы и так справимся. Ух, смотрите, какой он здоровый. Церазинозавр крупнее Тирекса. Существенно крупнее.
Ну давай. Решил таки нас вынести. Да. Ну, Цератозавр тоже не уступает. Ну, Цератозавр выживет, у него жизни много. Но вообще он должен быть намного меньше, у него вес там от 300 до 900 килограмм. По разным данным. Ну, Терк стоит подальше, кажется, намного меньше. Ну, там, когда выходил Церезинозавр, он был как бы, ну, вроде как на одном уровне практически. То есть во время битвы, то Терекс стоит дальше, но во время начала они вроде как там плюс-минус на одном уровне. Так, условия. Все тоже. А, любое животное X2. Может взять Джека-потрошителя? Джека-потрошителя. Да он один там со всеми справится. Но это так, для подстраховки. Усиление, точно. Гаргозаврики, бойтесь. Морда такая какая-то широкая, как тапок у гаргозавра. У него, смотрите, у него какой хороший удар с бонусом. Вот если бы он на первых двух накопился, он бы третий меня мог легко вынести. Но нет. Он предпочитает погибнуть. Так, ну и любое животное X1. Да. Так, кто будет сейчас рвать Традонов? Апатозавра хочу взять. Пусть будет 30-й апатозавр. У нас такая битва. Как была картинка, как вастатозавры на кого там нападали, на кто там самый крупный, на бронт... О, давайте, кстати, вот эту штуку включим. Что это значит? Вот что это значит? Ну, что-то я не понял, что... А, вот я понял, это скорость анимации. Ну там же, да, апатозавр, там у него было двойное имя какое-то, да, на острове Черепа. Вастатозавры нападали, так, куча вастатозавров нападали на одного брантозавра. И там дальше имя шло человека какого-то. Оу, 4 балла накопил, ничего себе. Давайте посидим немножко. Смотрите, всего на 3 проатаковал.
Выжил! Ничего себе, смотрите, какой хитрый мелкий гад. Ничего себе, Троадон. Действительно умняшка. Я тут прям даже не знаю. А то еще и возьмет завалит. Так, у него осталось 2 балла. Ну, все. Но ничего себе, дал бой, да? Правда? Черт, я что-то забыл, что еще один есть. Так, стоять. У него осталось 3 балла. То есть может быть 7. А мне нужно его ударить на 3. Ну давайте попробуем пробить его все-таки. Да. Он перенес все баллы, ребята. Ну может один был в щиту. Он хотел меня явно сожрать. Но мы не дались. Неплохой бой получился. Нежданно такой, довольно интересный у нас сегодня видос получился. И первые бои мне понравились, и вот эти тоже неплохие были. Так, и последний, да, снова трицератопс. Как говорится, смысл игры — продай 1000 трицератопсов, ребята. Так, ну чё, на этом тогда все. С вами был Александр, до скорых встреч, всем пока. Хотя нет, у нас еще есть призы, которые нужно забрать. Теперь точно все. Всем пока.